Ой, погодка хорошая. Да, потеплело. Там вон солнышко за тучками. Его не видно, но оно там есть. Едем на маникюрчик. Такие вот уже, гляньте, раненые. Ну, месяц прошел. И так, да. Это у меня вот прям на днях поломалось все. А так держалось все. Зубами не отгрызешь. Ну, я же их эксплуатирую нещадно. Не знаю, сейчас посмотрим. Ты поведешь же, да? Веди ты. Я? А, ну давай я. Давай. Ой, а где это коты лазили по твоей машине, Лёшек? Глянь, глянь, чтобы понаделали. Где это? А, вчера у Лёши машина стояла. Ай-ё. Коты лазили. Глянь. Ох ты. Отметились. А она ж была теплая, когда ты приехал. Ага. Вот. Вот они там грелись. Ну, уже вытирай весь капот. Пол капота вытер, а пол капота в пыли. О! Раз взялся, давай. Ой, здесь понаходи. Ну да. Так, порядок, порядок. Сегодня ногтевой день у нас. А, пристегиваться не буду. Сейчас заеду, залежу. А, я же не показала. Такой вот захотелось мне спокойного цвета такого. Яркий уже как-то. Надоело. Такой типа что-то кораллового, только бледно-бледно такой вот. Спокойствие захотелось. Ну, лето закончилось, да, и как-то уже мы привыкли к осени, поэтому спокойствие. Погнали за Лёшиком. Лёшик у Лёши, у крымчан. Сейчас Лёшек придет, я ему уже позвонила. Солнышко у нас, видите? Погодка вообще. Вообще в этом году осень, да? Ну, хотя это только две трети осени прошло. И такая замечательная. Ноябрь может нам еще преподать. Да? Все что угодно. Так что так. Так, сейчас едем на Валберис. На Валберисе там подарки. Опять подарки. И подарок от Лёшика. Подарок от Лёшика. Подарок я выбирала сама. Посоветовалась с Лёшиком, спросила Лёшик, а можно, а нужно. Лёша говорит, ну, если ты считаешь нужным, то можно и нужно. Вот так вот. Интересно вам? Сейчас покажу дома. Классная штука такая.
Лёшечка мой идёт. Ну что, конец. Поехали кататься. Поехали, да. Ну, показывай-ка. Показывай. Ай, это делай. Да? Ага. Тебе нравится? Конечно. Да. Поехали. Поедем к этой, к Вале. К Вале? Ну, она там эти тебе. Чего? Не готовила. А, тыквы, тыквы. Тыквы, да. А, погнали. Погнали. Ой, надо еще, а у меня осталась еще капуста квашеная и сок тыквенный. Как наделаю сока, много. Ага. Обожаю тыквенный сок. Поехали. Поехали, Лешек. Девочки, приехали мы из города, а у нас нет света. Опять там что-то электрики делали. И вот включили сейчас без 25. Я не стала снимать, потому что, ну, темно в доме. Леша говорит, снимешь вечером. Лешек, дали свет. Видишь? Вот. Говорит, снимешь вечером. И вот без 25 только дали свет. В доме холодно, 19 градусов. Ну, сейчас котел включился, сейчас нагреется. Вот. Записала, чтобы никого не забыть. Кого? Именинников. Потому что вот 30 октября в один день, ну не в один день, а как бы в этот день календаря со мной вместе родились некоторые мои друзья. Друзья и дети друзей. Хочу поздравить. Так, сегодня день рождения у Леночки Щитовода. У сейчас у Анечки Ивы, я знаю, Анечку я запомнила, да, и Маришку Ермолину запомнила, да, что у них вот сегодня день рождения, 30 октября. И мне еще написала Зульфия, что у ее сына тоже день рождения, 43 года. Да, молодость. Да, нам бы 43. В общем, хочу поздравить всех именинников с днем рождения. И себя саму тоже. Пожелать всего хорошего, всего наилучшего, здоровья, счастья, добра, мира, благополучия, достатка, радости побольше, поменьше повода для печали. Будьте здоровы и счастливы, мои дорогие. Счастья вам. Вот. Ну, а мы с вами посмотрим. Лешечек, мне нужна будет твоя помощь. Вот это вот, наверное. Или давай сюда. Вот. Поставим сейчас. Подарок от Лешика. Могу бы завтра показать. А зачем? Видео выйдет завтра. А, ну покажи. Да. Завтра, завтра 30-е, завтра у меня день рождения. То есть уже сегодня, у вас уже сегодня. Лиля, да нет тут ничего. Радость моя, сиди вот тут вот. Посиди, не мешай. Ну, чтобы вас не томить, да? Посмотрим сначала, что от Лешика. Давай, давай. В общем, заказала на Валберисе. Я вам говорила, да? С одобрения Лешика мы с ним. Вот такие покупки мы делаем вместе.
как вместе обсуждаем, решаем, стоит, не стоит. Вот, потому что, ну, цена вопроса 8 тысяч, даже 8 900. Вот. Но, не, есть дешевле. Но не стало. Лёшек говорит, нет, не надо. Лёшек такой, что он говорит, лучше дороже, но чтоб была вещь. Вещь. Это запчасти. Это вдогонку. Ой, а я не вытащу. Ой, вам даже не видно, что это, да? На, туда. А так понятно? А вот так понятно. Не всем. Это этот робот из этого, из фильма. Из «Звездных войн». Помнишь там? А, да? Ездил, да. Почемучка. Это аэрогриль. Это аэрогриль. Давно хотела этот аппарат. Очень давно. Такая вот штука. В общем, это здесь ручка. А, она привязана. Вот такая штучка. Здесь у ней чашка. Вот такая вот чаша на вот это вот на 4,5 литра. Вот. Ну, для нас двоих есть там побольше, на 5, на 6, на 7, на 8 даже есть. Но нам с Лёшиком на двоих вот так вот хватит. Кушай, кушай, солнышко, поправляйся. Лёшек, от этого наоборот худеет. Тем более, ну, худеет. Да. Вот. Готовит за 15 минут буквально курицу. Вот. Ну, многие вы знаете, да, что такое аэрогриль. Готовит без масла. Даже картошку фри. Понятно? Вот так вот. Вот так вставляется. Это я увидела у Светочки, будни Светика. Она есть у меня в подписчиках. Она живет в Германии. И вот у нее вот такой аэрогриль. Она готовит себе там всякие сырнички. Такую вот курочку тоже готовит. Я видела, да. Блинчики вот недавно готовила из этого. Как его? Из лаваша. Вот так вот вставляете. Вот тут вот программки, сенсорная это панель управления, и все. И через 15 минут готовый вам обед. Вот так. В общем, вот это вот классная штука. Вот это классная штука. Вот такой вот подарок от Лёшика. Вот. Классно. Я очень рада и очень довольна. Спасибо, любимый. Спасибо. Вот. Так, а теперь посмотрим. А, тут вот еще есть это. А это что? Подарок какой-то. Так, тихо, тихо. Надеемся, вам все понравится. Вы будете пользоваться приобретенным товаром с удовольствием. По всем вопросам обращайтесь к нам по WhatsApp. Мы вам обязательно ответим и решим вопрос. Ага. Команда Демиант.
Хорошо. Это, да. Лучше, конечно, их пускай не возникает вопросов, но, ну ладно. Так, в общем, это инструкция такая вот. Были в черном цвете, были в белом цвете. Ну, что-то мне белого не захотелось, а захотелось вот такого вот. Вот, видите, такой вот, как бы нейтральный такой. Не яркий, не темный, потому что белый, он как-то такой броский, да, в глаза. А это вот мне под эту, под, и под столешницу, и под фартук. Такой вот, ну, мне понравился такой вот серенький. И книжка 100 плюс рецептов для заботы о вашем здоровом питании и стройной фигуре. Понятно? Вот так вот. Сяду на здоровое питание, и будет мне счастье. Чернично-банановая пицца, печенье, яблоки с курагой, запеченные, морковные булочки, гороховая каша с копченостями. Понятно? Это я вот вам скажу, чтобы вы имели представление, что здесь можно готовить. Орео в тесте. Это даже я не знаю, что такое. Хлебный пудинг. Батат фри. Омлет со шпинатом и ветчиной. Рис с соусом болоньезе. Имбирно-чесночные куриные бедра. Ай, фахитос с говядиной. Знаете, что это? Я сама не знаю. Чизбургер с беконом. Понятно? Кокосовые куриные стрипсы. Куриные конвертики. Свинина в кисло-сладком соусе. Свиные отбивные с малиновым соусом. Fish and chip. Вау! Ты хочешь вот это вот все? Да? Баклажан фри. Вот, представляете, французские тосты. В общем, ребята, вот это такая вот классная штука, что вам просто не передать. Здесь вот это, вот от нее еще решетка такая. Кстати, вот эти решетки и вот эти чашки есть запасные. Вот именно для такой вот такого аэрогриля. Непригораемая, неприставаемая. Вот так на решеточку все кладете, весь жир плавится, стекает. Вот, а здесь остается красивая такая еда. А-а-а. Так, ладно. В общем, рассказала про подарок. Подарком довольна, вообще довольна очень. И я рада. Так, поехали дальше. Лёшик заказал лезвие. Мы забыли купить лезвие. Он пошел в эту, а там в Магнит Косметик. Там нет таких, как ему надо. Посмотрел на Валбересе. На Валбересе нет. Уже такие лезвия не делают. Вот. И заказали лезвие. Он нашел там. В общем, лазил, искал, смотрел германские, немецкие лезвия. Сейчас покажу, какие. Да ё-моё. Германия. А, такая пластиковая это. По одной вот так вот им. А, это даже не лезвие, это картинка. Вот такие вот. И вот такие вот лезвия. Сколько стоит там, Лёшек, ты не помнишь? 350. Вот эти две, да? А, 350. Вот. В общем, в пластмассовой коробочке такой. Две штучки. Ну, я потом цену вам здесь вот на все напишу. Вот. В общем, лезвие. Отзывы почитал. Хорошие. Так что
заказал. Так, и мне здесь я заказала, посоветовали заказать землянику ремонтантную. Я вот хотела ремонтантную землянику, и мне посоветовали землянику Руяна. Невероятно ароматная, устойчива к болезням и вредителям. Можно выращивать даже в комнате. Представляете? Зимостойкая. Вот, два пакетика. Без ГМО. Вот, так. Высокоурожайный, безусый, даже безусый сорт мелкоплодной земляники с непрерывным плодоношением в течение всего сезона. Ягоды крупные, конусовидные, ярко-красные, с сочной вкусной мякотью и насыщенным ароматом лесной земляники. Сорт отличается высокой зимостойкостью, устойчивостью к засухе и ко многим заболеваниям и вредителям. Может выращиваться как горшочная культура. Интересно, можно посадить, да, в горшок. Руяна. Во. Спасибо, что посоветовали. Да? Спасибо. Так, что дальше? Дальше заказала еще вот такую вот скатерку. Там, когда я показывала этот шали, мне там написали, свяжите там кардиган. Ну, кардиган. Кардиган у меня есть. Не хочу вязать кардиган. Говорят, шали скучно вязать. Шали не скучно вязать. Нет. Есть даже такая вот группа, где ВКонтакте, по-моему, или где, шалемания. Потому что если вы начинаете вязать шали, это захватывает, и вам хочется вязать и вязать и вязать, да. Потому что узоры всевозможные, и вот, да. И написали мне там, свяжите скатерть. Скатерть у меня есть. Скатерть я связала, я вам покажу. Вот под нее купила вот такую вот. Это одноразовая скатерть. Вот такого цвета. Ну, у меня под кухню, да. Чтоб на нее, ее постелить на этот стол, а на нее уже можно положить эту вязаную скатерть. Белая она у меня. Я показывала, но просто новые телезрители, новые зрители не знают, не видели. Вот, покажу. Постелим вот эту вот, а под низ эту. Скатерка такая вот она, плотненькая, ну тоненькая, не блестящая. Ну, потом покажу. В общем, скатерка. И постелим. Сколько будет там валяться она, да? Она у меня лежит вот там вот в шкафу, в пакете. Вот надо ее постелить. Она большая такая. Вот. Так, и еще у нас два подарочка. Еще два подарочка от Риточки. Риточка, дорогая, спасибо большое, моя дорогая, спасибо. Сейчас я вам скажу. Я забрала с этого, с Валбриса заказики и не отзвонилась Риточке, потому что не было света, и у меня еще и батарейка села. Вот сейчас я вот только подключила телефон, вот, и распакую, а потом позвоню уже Риточке, поблагодарю и отчитаюсь. Здесь, знаете что? Да? Это не шторы, нет. Это скатерть. Это такая же скатерть, как занавески. Представляете, как классно будет, да? Но я ее разворачивать не буду. Она прямоугольная. Прямоугольная. Мне надо будет ее отрезать и подшить. Вот. Ну, я посмотрю, может, даже сделаю круглую.
на этот стол. Лучше, конечно, когда будет круглая она. Ну, посмотрим. Риточка, спасибо большое, моя дорогая. Вот у меня будут занавески и скатерть одного цвета. Классно, да? А это что? Знаете? О, Брянск. Брянск, Бетлица. Какая? С Брянска пришло. А это тоже из Брянска? Да, Брянск, Бетлица. А? Ну, это вот пришло из Брянска. Товар. Вот, это тоже скатерть. Риточка прислала две скатерти. Так, как открыть? Да? А, вот, оно уже открыто. Да. Прислала мне на WhatsApp, говорит, Марина, я вот нашла вот такую скатерть, как есть на Валберисе, вот такая вот, как занавески. О, думаю, классно, классно будет. Думаю, закажу. Вот. Посмотрели мы с ней, посмотрели. Она мне пишет потом попозже. В общем, Марина, я заказала скатерть. Жди. Жди. Заказала тебе на день рождения скатерть. И вот прислала, прислала две скатерти. Ой. Как плотненько, плотновастенько. Круглая, 1,50 м. 100% хлопок. Если вот это вот габардин, вот, который у меня, это вот хлопок. Ну и слышно, что она такая вот, да. Хлопчата бумажная. Какая красивая. Памятка по уходу. А, на данное изделие нанесена специальная водоотталкивающая пропитка, которая позволяет защитить волокна ткани от проникновения жидкости. Поэтому мы рекомендуем в течение не более 1 минуты после намокания убрать капли жидкости с поверхности ткани при помощи салфетки. Понятно? Для восстановления свойств пропитки после стирки скатерть необходимо прогладить горячим утюгом. Всего-то. Она, оказывается, не смывается. Видите? Ух ты! Классно! Вот. Вот так вот. Она идет по столу. Видите? Вот так вот. Каймой. И цвет у нее такой не белый, а какой-то чуть кремовый такой. Красивая. Красивая скатерть. Риточка, дорогая моя, спасибо большое. Мне прям очень понравилось. И одна, и другая скатерть понравилась вообще. Спасибо, мои дорогие. Спасибо большое от души. Огромное всем, кто поздравил. Но это еще не все подарки, там еще посылочка идет. Потом посмотрим. Вот. Большое спасибо вам, все мои дорогие друзья. Огромное спасибо за поздравления, за подарки, за ваше внимание, вообще за то, что вы у меня есть. За то, что у меня есть возможность с вами общаться. Вот. Спасибо.